39 алтайских организаций стали победителями и призерами краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Большая часть компаний реального сектора экономики. Гран-при завоевало Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Томск». Как удалось добиться такого успеха, расскажет Глеб Полянский. Что такое социально ответственный работодатель в современной России? Это тот, кто своевременно и регулярно платит белую зарплату или нечто большее? Попробуем узнать сегодня. В алтайском филиале трудятся более 300 человек. Специалисты обслуживают почти 700 километров магистральных газопроводов в Алтайском крае и Республике Алтай. Интенсивная работа и высокая ответственность требуют больших физических и эмоциональных усилий. Поэтому для сотрудников созданы необходимые условия. Есть современный медкабинет, спортзал и столовая. Уделяют на предприятии внимание и благотворительности. Компания направила на развитие природного заказника «Лебединый» в Советском районе около 9 миллионов рублей. Ежегодно сотрудники принимают участие в краевых лесовосстановительных мероприятиях. Только в минувшем году высадили 11 тысяч деревьев и кустарников. Прежде всего потому, что здесь мы живем. Здесь живут наши дети, да? Здесь живут наши родители. И все, что это делается в том числе с участием большого круга людей. Не только же бизнеса, и другие люди тоже участвуют, и волонтеры, и так далее, и тому подобное. Поэтому совместная работа на благо всех жителей Алтайского края, почему нет? Лучших социально ответственных работодателей в Алтайском крае ежегодно выбирают с 2010 года. За 10 лет 150 компаний стали победителями и призерами конкурса в различных номинациях. В этом году на конкурс заявки представили 73 работодателя края. Поступило 96 заявок, то есть каждый работодатель мог участвовать в нескольких номинациях конкурса. Были как и работодатели, которые ранее принимали участие, так и новички. Победителей и призеров ежегодно награждают в правительстве Алтайского края. Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение положительной практики в сфере труда. А лучший опыт может послужить хорошей мотивацией для других работодателей. Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости.